Первый выезд в этом сезоне. По традиции отъезжаем от одного из уфимских отелей. Потренировались сегодня на Бэтбум-арене с утра, одели Бэтбум-форму и выезжаем на матч ЦСКА. Вместе с Николаем Афанасьевичем стоим в очереди. Болельщики встречают Олега Иванова в аэропорту. Есть такая традиция в день матча выйти на прогулку, размять косточки. Ничего особенного. Просто по пустынной улице идет команда. Возможно, мы не первые такие, не последние. Наши болельщики на нас смотрят. Загружаемся на игру. No business. Тимур просматривает игру Урал Краснодар. Сложный матч. В футболе нет мелочей. Видишь, не забиваешь ты, забивает тебя, да, Тимур? Представляем бригаду арбитров сегодняшнего. Вахин, легенда уфимского футбола. Сейчас не ЦСКА, но так сложилось в жизни. Пока идет перерыв и на поле разминаются запасные футболисты, я поделюсь своими наблюдениями. Дело в том, что перед матчем, по традиции, в основном за час до матча игроки команд тепло общаются между собой где-то в районе центрального круга. Но перед этой игрой такого не произошло. То есть мы вообще не видели ЦСКА. То ли они раньше выходили на поле, то ли им запретили общаться с уфимцами, но не удалось поговорить до матча ни с Заболотным, ни с Обляковым, ни с Васиным, ни с Дивеевым. То есть с футболистами, которые прошли УФУ до матча, пообщаться так и не удалось. Я не знаю, с чем связано. Возможно, новый тренерский штаб ввел какие-то ограничения, чтобы не вышла какая-то информация. Не знаю. Пока не знаю. Yeah!
стороны наших фанатов слышно отлично. Был ли пенальти, не был, по-твоему? Ну, на мой взгляд, пенальти был, потому что я принимал мяч штрафной и двигался к мячу, а защитник соперника попал мне по опорной ноге, и она подкосилась. И уже потом начал меня заваливать. Возвращаемся в Уфу авиакомпании «Победа». Мы не случайно выбрали эту авиакомпанию. У них все новые самолеты под стать клубу премьер-лиги. Согласен? Показать пример. Оказывай. Победа, голуби.